Ну і так звані православні брати обстріляли Святогірську лавру, Донецька область. Місце є одним із чудес України, яке вже четверте століття непорушно стоїть на берегах Сіверського Донця. Але у рашистів нічого святого немає, ми це бачимо. Окрім історичного значення споруди, на час обстрілу в лаврі було 500 біженців з Харкова та Ізюма. Є постраждалі, повідомив про це в коментарі митрополит Святогірської лаври Арсеній. В результате взрыва были выбиты окна в Успенском соборе, в Покровском храме, также в гостинице Лавры, в которой на тот момент проживало 520 беженцев, в основном из Харькова, Изюма. Из них 200 человек это были дети. Некоторые получили ранения осколками стекла, потому что были выбиты и окна, и вылетели двери во всех трех этажах гостиницы. В настоящее время люди находятся в лаврских подвалах в стрессовой ситуации. У детей истерика. И хочется сказать, что на тот момент, когда произошел авиаудар в городе Святогорске, проживало вместе с местными жителями и с беженцами около 10 тысяч мирных людей. Никаких воинских соединений на территории города Святогорска, на территории Святоуспенской и Святогорской лавры не было.